В районной администрации состоялась традиционная встреча главы района с профсоюзным активом Координационного совета профсоюзов муниципалитета. Эта совместная работа, строящаяся на диалоге, способствует своевременному решению волнующих проблем в трудовых коллективах. А людей волнует много. К примеру, будут ли выделяться в детских садах места для детей до 3 лет. Когда мы выполним указной показатель, обеспечим всех детей с 3 до 7 лет, как только у нас появится соответствующее количество мест для детей младших групп, мы будем увеличивать количество младших групп. Пока мы приняли решение не закрывать те, которые действуют. Проблема бесхозных объектов и дорог, которые требуют ремонта, и вытекающие отсюда проблемы транспортных сообщений между поселениями, были вынесены на обсуждение на собрании. Мы выносим новый порядок содержание имущества за счет местного бюджета. Это позволит нам улучшить транспортную доступность и уже в этом и в следующем году приступить к ремонту тех дорог, которые условно не существуют. Жилищный вопрос стал еще одной темой для обсуждения. Общим мнением представителей профсоюзов было то, что выделение для работников служебного жилья является стимулирующим фактором. Мы очень благодарны, что нам в апреле месяце было выделено 5 квартир. И вчера на жилищной комиссии они были распределены, поэтому большое спасибо. Также на встрече Олег Хромов принял к рассмотрению предложение о присвоении одной из улиц в районе новостройки «Профсоюзная».